Однажды Мюллер пригласил Штирлица на деловой ужин. За бокалом шнапса Мюллер вдруг спрашивает: «Штирлиц, а не хотите ли вы поработать на Абвер?» Штирлиц не моргнул глазом: «Но, группенфюрер, я уже работаю на Шелленберга, куда мне девать трудовую книжку?» Мюллер хитро прищурившись: «А давайте заведем вторую, одну для СД, другую для Абвера». Штирлиц покачал головой: «Ах, Мюллер, я вас насквозь вижу. Сегодня вторая трудовая, завтра железный крест. За двойное усердие, а послезавтра Гестаполис придет проверять, сколько у меня пенсионных накоплений в Рейхсбанке». Мюллер раздосадованно: «Штирлиц, с вами невозможно вести дело. Вы читаете мысли лучше, чем Геббельс, сводки с Восточного фронта». Штирлиц загадочно улыбнулся: «Кстати, о делах Мюллер не подскажет, какой размер взятки сейчас в ходу за липовую справку об освобождении от службы против советов, исключительно в исследовательских целях. Интересуюсь, конечно». Мюллер поперхнулся шнапсом: «Вот теперь я понимаю, почему большевики вас так боятся, Штирлиц! Вы страшнее наших панциров!» Штирлиц пожал плечами: «Что вы, Мюллер, я всего лишь скромный офицер СС! Вот если бы вы видели, как некоторые ваши коллеги заигрывают с власовцами, вот это по-настоящему страшно!»